В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» депутаты Совета депутатов Одинцовского округа от фракции «Единая Россия» Александр Гусев и Андрей Яцишин, а также заместитель секретаря местного отделения партии Алексей Проскурин провели профилактические рейды в двух локальных сетевых супермаркетах на территории Одинцова. Особое внимание уделялось тому, как в организациях соблюдаются правила торговли и меры по предотвращению распространения коронавируса.